Следующая модель из туфель – это вот эти кроссовки. По материалу, как всегда, натуральная замша, очень-очень мягенькая. Внутри натуральная кожа, кожа, она везде идет в светлых оттенках. Высота каблука 8,5 сантиметров. Сам мне нравится очень каблук, он прям так красиво смотрится. Сзади он смотрится вот так, сбоку смотрится вот так. То есть каблук сам по себе необычный, фигурный. Что хочу сказать, на мне сейчас 40-й размер. Вот они на мне хорошо сидят, а свой размер у меня 39-й. Поэтому, ну вот, в принципе, здесь вот нужно все-таки измерять. По стоимости они у нас 7300, размерная сетка с 35 по 40. На мне сейчас, еще раз скажу, 40. У меня нога худая, бесподъемная. Обращаю ваше внимание, что косточка, она зашла у меня четко вовнутрь. Шов никак на косточку не попадает. В этой части у меня хорошее везде прилегание. То есть никаких дыр вот в этой части нет. Девочки знают, о чем я говорю. А так модель прям очень красивый. Цвет у них обалденный. Он такой, я даже не знаю, как его назвать. Он лаван. Он безумно красивый. Вот эта расцветка, как на практике показано в ходе примера, в ходе продаж, хорошо подстраивается под любую одежду, под любой цвет. Потому что он чем интереснее, чем глубже цвет, тем больше он подходит подо все. Вещь реально шикарная, смотрится здорово. И колодка, как всегда, безупречная. Эту фирму советую от души.